До курортів Білгород-Дністровського району приїздять сотні тисяч туристів. Ми запитали у гостей нашого курорту, а що спонукало вас приїхати саме сюди та чи приїдете ви ще? Приїдемо обов'язково. Тепло, дуже подобається. У нас дожди заливають все літо. Вони приїхали з Балтики, приїхали сюди. У нас море немножко не таке, похолодніше, холодно. І не таке солене. Хорошо, відпочиваємо, подобається. Звісно. Нам нравится здесь. Условия хорошие, люди приятные такие. Хорошо здесь. Интересно очень здесь. На следующий год, наверное, приедем сюда еще раз. Так что, в принципе, нравится отдых на Украине. Ближайшие 2 года точно не приеду пока, потому что мне нужно проехать почти 1500 километров. По этим дорогам даже море этого не стоит. Ребенок подрастет, но ему уже не нужно будет это того, что... Он сейчас хотел получить. Дело в том, что у нас на Кавказе сейчас сильно льют дожди. Только поэтому мы приехали к вам. Вы сейчас поотдыхали, сделали вывод какой-то. Вы к нам еще приедете? Конечно. Мы 33 года уже сюда ездим. Еще приедем. Замечательно. Погода прекрасная, вода прекрасная. Место хорошее. Откуда вы приехали? Из Беларуси. А приедешь к нам еще? Да. Приеду. Thank you.